Праздник приходит и на работу тоже, а настроение мы создаем себе сами. Это точно знают в детской краевой больнице. Заведующая клиникой диагностической лаборатории Моника Сапкина буквально амбассадор Нового года. В 2016-м она ради интереса слепила большого снеговика из стаканчиков, поделку похвалили, и в следующий год Моника принесла елку. Работа сложная, требования к сотрудникам очень большие, в течение года работать сложно, поэтому когда-то надо радовать, тем более по большому счету новогодних праздников как таковых у нас особо нет, потому что круглосуточная лаборатория работает, и те дежуранты, которые остаются в ночь, они на Новый год остаются здесь. С тех пор елок десятки, а коридор – главная выставочная площадка. Это ОСП, это вырезано электрическим лобзиком. Вы сами вырезали? Да. Это электрический лобзик и дрель-шуруповерт. А еще в арсенале мастера швейная машинка, клеевой пистолет, даже паяльник. Все это Моника взяла в руки несколько лет назад. Говорит, нравится творить. Это елки из ткани. Держат форму благодаря картону, а держатся за счет цемента. Здесь все внимание на огромный мягкий шар. Он сделан из 6 клубков ниток. Буквально звезда коридора, елка с неоном. 3 слоя пенопласта, они склеены. Задняя часть, которая цельная, серединка, она узенькая, и как раз на нее наклеена светодиодная лента. И вот передний слой уже вырезанный из пенопласта. По словам Моники, тяга к рукоделию проснулась недавно, но набросков елок у нее уже на годы вперед. Творит после работы и ночью. Силы придает радость коллег. Конечно, поделки некоторые выпрашивают домой, бывает. Ну и, конечно, их очень много, они все, наверное, уже не вместятся в наш коридор. Я больше себя чувствую Дедом Морозом. В общем-то, у меня просто замечательные сотрудники, мне очень повезло. И так как я их руководитель, я за них, за всех отвечаю. И, в общем-то, у меня есть возможность их порадовать. Кстати, к концу недели в коридоре включат музыку с новогодними песнями, чтобы приближение главного праздника прочувствовали все. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, «День с толком».